Давайте я вам покажу сейчас эскимосскую петлю. Вот. Еще раз, очередной раз. Очень удобный узел. Особенно, если вам нужно регулировать длину. Чтобы привязаться к опоре с помощью эскимосской петли, мы делаем обычный узел. Обычный узел на веревке. Вот он, простой узел. Обводим опору этим коротким концом. И проводим этот короткий конец. Вот так вот. В этот узел получается такая скользящая петля. И здесь мы вяжем штык. Узел штык. Это такой полуузел. И после того, как мы все это дело затягиваем или нагружаем, у нас получается не затягивающаяся петля, на которой мы можем работать. Это эскимосский узел, эскимосская петля, точнее, она в древности использовалась для натяжения тетивы лука. Потому что очень удобно, мы развязали, если нас не устраивает длина, развязали, поправили это дело, раз, и также завязали, и укоротили тем самым веревку. Эскимосская петля. Также ей можно привязываться к опоре. Многие люди делают для того, чтобы было надежнее, хотя и так надежно. Здесь вместо штыка вяжут контрольный узел. Вот. Можно и так его использовать. Возможно, это и другой уже узел будет, я не знаю. Тоже надо уметь. Так. Да. Подучиться и уметь.